Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. В чем причина расставания Энгина Акюрика и Туба Бюйкустюн? Энгин Акюрик и Туба Бюйкустюн огорчили всех своих поклонников новостью о разрыве длительных отношений. Разделение дуэта вызвало большой резонанс в бульварном мире, за которым внимательно следит большое количество фанатов. Что стало причиной расставания этой знаменитой пары? Акюрик и Бюйкустюн, которые всегда тщательно оберегают свою частную жизнь, не сделали прямого заявления о новостях о своем расставании. Однако близкие источники объяснили причину расставания пары эмоциональным и напряженным рабочим ритмом. Утверждалось, что дуэт не может уделять достаточно времени друг другу из-за возросшей в последнее время нагрузки. Как и в случае с большинством знаменитых пар в наши дни, плотный рабочий график может неизбежно оказать давление и стресс на отношения. По мере того, как количество романтических сообщений пары в их учетных записях в социальных сетях уменьшалось, а их сообщения друг другу без любви уменьшались, слухи о разлуке усилились. Поклонники не постеснялись прокомментировать, что после этих знаков между парой наступило охлаждение. Однако причины каждого разделения могут быть очень сложными и могут быть известны только непосредственно сторонам. Расставание дуэта вызвало некоторые спекуляции в бульварном мире. Однако официального заявления, подтверждающего или детализирующего новости о расставании, пока не поступало. У Энгина Акюрика и Тубы Бюйкустюн была большая аудитория благодаря их успешной карьере и выступлениям. Работая вместе во многих сериалах и фильмах, они показали на экране большую гармонию. Поэтому не будет ошибкой сказать, что новость об их расставании потрясла их поклонников. После расставания новые проекты и профессиональные работы Энгина Акюрика и Тубы Бюйкустюн стали предметом любопытства. На повестке дня журнала стояли предположения как о предстоящих проектах актеров, так и о постановках, которые они вернут. В итоге, хотя настоящая причина расставания Энгина Акюрика и Тубы Бюйкустюн до сих пор не выяснена, их поклонникам ничего не остается, как пожелать паре счастья. Ожидается, что пара или их представители прояснят ситуацию, сделав заявление в ближайшие дни. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. В чем причина расставания Энгина Акюрика и Тубы Бюйкустюн? Энгин Акюрик и Туба Бюйкустюн огорчили всех своих поклонников новостью о разрыве длительных отношений. Разделение дуэта вызвало большой резонанс в бульварном мире, за которым внимательно следит большое количество фанатов. Что стало причиной расставания этой знаменитой пары? Акюрик и Бюйкустюн, которые всегда тщательно оберегают свою частную жизнь, не сделали прямого заявления о новостях о своем расставании. Однако близкие источники объяснили причину расставания пары эмоциональным и напряженным рабочим ритмом. Утверждалось, что дуэт не может уделять достаточно времени друг другу из-за возросшей в последнее время нагрузки. Как и в случае с большинством знаменитых пар в наши дни, плотный рабочий график может неизбежно оказать давление и стресс на отношения. По мере того, как количество романтических сообщений пары в их учетных записях в социальных сетях уменьшалось, а их сообщения друг другу без любви уменьшались, слухи о разлуке усилились. Поклонники не постеснялись прокомментировать, что после этих знаков между парой наступило охлаждение. Однако причины каждого разделения могут быть очень сложными и могут быть известны только непосредственно сторонам. Расставание дуэта вызвало некоторые спекуляции в бульварном мире. Однако официального заявления,
подтверждающего или детализирующего новости о расставании, пока не поступало. У Энгина Акюрека и Туба Бюйкустюн была большая аудитория благодаря их успешной карьере и выступлениям. Работая вместе во многих сериалах и фильмах, они показали на экране большую гармонию. Поэтому не будет ошибкой сказать, что новость об их расставании потрясла их поклонников. После расставания новые проекты и профессиональные работы Энгина Акюрека и Туба Бюйкустюн стали предметом любопытства. На повестке дня журнала стояли предположения как о предстоящих проектах актеров, так и о постановках, которые они вернут. В итоге, хотя настоящая причина расставания Энгина Акюрека и Туба Бюйкустюн до сих пор не выяснена, их поклонникам ничего не остается, как пожелать паре счастья. Ожидается, что пара или их представители прояснят ситуацию, сделав заявление в ближайшие дни. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.